курочка породы Кархинхен. Еще называют их шанхайские. Вот они какие. Их можно видеть на территории самой большой выставки частного малоэтажного деревянного домостроения на Каширском шоссе. Выставка находится недалеко от станции метро Домодедовская. Эти куры не отличаются высокими показателями продуктивности, зато весьма популярны у птицеводов-любителей. Кархинхен – классическая декоративная порода, которая может стать украшением двора. Происхождение кур Кархинхен достоверно неизвестно. Сегодня была в этом районе и решила зайти снять видео про этих кур. Очень красивые здесь петухи. Вот такие довольно-таки агрессивные. Что-то их побаиваюсь. На выставке также можно видеть кур породы султанка. Это птица родом из Турции. Хотя существует гипотеза, что она является результатом селекции. И ее предки – русские павловские куры. Ух, как хорошо прямо улеглись. Интересно, что они ходят по территории выставки и никуда не разбегаются. Так интересно за ними наблюдать. Восьмого марта этого года на выставке был сильный пожар. Полностью выгорело три дома. Частично пострадали рядом стоящие дома. Снимала видео с места происшествия. Можете посмотреть на нашем канале. Сегодня воскресенье, много посетителей на выставке. На выставке представлено более 60 производителей. Какие. Вот, видишь, это вот что ты тут увидела, подбежала ко мне курочка. Увидела, наверное, какого-нибудь жучка. Подбежала. Так вот целый день ходят, полежали, поели.
гуляют по этой территории. Так здесь хорошо, мне нравится. Хорошо, красавец. Мальчика угоняет. Ух ты, красавец. Кукарекаешь. Ух ты, еще один вышел. Повезло, что вы вышли. Красавцы. Признаться, я их побаиваюсь, не знаю почему, как-то вот... Тут вороньи боятся. Видишь, что? Мальчик, не надо этого делать. Вообще без понятия. Как в деревне. Такая красота. Курочки бегают. Очереди, главное, кукарекают. То один, то другой. Прикольно. Здесь, пап, тут такие. Вот они. Тю-ки-ре-тю! Они вот. Вообще здесь как в деревне ходят. Как будто это... А, ну, правильно. Вот петухи. Посмотри, какие петухи красивые. Очень красивые, конечно. Вот они сюда. Я их пинагала. Ты смотри на него, какой он ходит. Он сердитый. А вот этот беленький говорит, кукурику, слишком маленький. Вот этот, и этот уже говорит, спать пора. Вон два. Курочка рядом ходит, удачно. Где же султанка, интересно? Так хочу вам показать. Нет, я.